Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Его на доску. Держи крепко. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся ее.
До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. О, похоже на Бальдра. Бальдр. Он Ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый! Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Чего изволите?
Ну что, удачной тебе резни. Эта башня приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ, я бы мог их еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. Сюда. Нужно найти еще несколько таких. О, что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Приглянулась. Ну, я всегда говорю, не нравится, не бери. Подумай. Yeah!
Странные, как Брок и Синдри. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно. Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. О, нужно отвлечься. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Великолепно! Прекрасный выбор. Я-то плохого не посоветую. Это великолепно. Есть еще разговор?
Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Я уже готов. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Это дым?
Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. И грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Ты смотришь? Лёста! Ого, он твердый. Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших. Богов, я думал, ты понял. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из 9 миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Внизу лестница направо. Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лёста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо, задвинь ее на место. Теперь выровни колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал?
Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиос! Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Биврест. Он открывает путь меж мирами. Мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Биврест. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Бивреста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. За мной. Биврест погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврест не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, я...
это что? Похоже, ты это убил. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Чисто! Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Берегись, темный эльф! Что-то сказал? Нет. А, ладно. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Стой, это Синдри? Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Сегодня я художник. Плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так. Не берите в голову. Да? Да. Отлично. Я плохого не посоветую. Великолепно! Стесняюсь попросить, носите аккуратнее. Увидимся!
Смотри, там на берегу лодка. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но... Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. А вдруг мост можно починить там? Вроде что-то получилось, кажется. Приготовься! Я готов! Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Отец, с
столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Это другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Неплохо. Не подходи к клеткам. Ну почему? Готовься. Что? Надеюсь, не зря. Хитро. Очень хитро. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим.
Но ты был не прав. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. У нее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Уже не поможет. Думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Спину. Run!
сперва заморозить? Петро! Получилось! Мост снова на месте! Надо вернуться наверх. Мосты. Может, эта штука нас поднимет?